Всем привет! Сегодня я снимаю долгожданную реакцию на клип группы 91, который называется ИЕ. Я пытаюсь улучшить формат видеореакции, сделать контент более качественным, и поэтому мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, внизу в комментариях напишите свои предпочтения, что бы вы хотели видеть в моих роликах. Возможно, вы бы хотели, чтобы я вставляла больше каких-то приколов, или больше внимания обращала на детали, больше их комментировала после просмотра видеоклипа. А может быть, кому-то нравятся какие-то футажи, видеопереходы, и поэтому он хочет видеть их в моих роликах. Пишите свои желания внизу в комментариях, я постараюсь их учесть. Ну а сейчас давайте вместе посмотрим клип 91. Клип вышел в 2018 году, поэтому я надеюсь, что графика будет на высшем уровне. И в первом кадре перед нами предстает некто. Этот некто в розовом одеянии, что не может не радовать. И он читает газетку про еще одного человека, и, по-моему, там у нас изображен Алем. Но это не точно. О, Азамат, приветики. Давно не виделись. Нам показывают всех участников группы 91. Азамат поет про любовь. Это факт. Он поет, что любовь — это абсолютно сложная песня на высоких нотах. И я думаю, что многие композиторы и поэты с ним бы согласились, потому что они посвящали свои произведения именно этому прекрасному чувству. Зак такой: этот парень говорит дельные вещи. Да, он шарит. Он с этой прической похож на барашка. На такого, знаете, зефирного воздушного барашка. О, Бала, малыш, тебе тоже волосы закрутили. Это, наверное, самая милая и трогательная песня 91. Нежные пастельные тона комнат не могут не радовать. Я рассею новую вселенную по всему телу, пропустив через душу в скобочках, я понял, что мне нет нужды ни в чем. Она настолько реальна, что прикасаясь к моему сердцу, оживляет меня. Видимо, он поет про любовь или про девушку. Ну, посмотрим. Это сознание чистой любви. Вот, да, он поет про любовь. Здрасте. Эйзи тоже, похоже, влюбился, да? Мне кажется, что он тут такой, типа, я с трудом это признаю, но я признаю. Она владела всем моим сердцем. Классная песня. Знаете, такое вот чувство беззаботности сейчас на душе. Знаете, им для полной картины нужно сделать такое большое-большое сердечко руками. Это было бы очень мило. Думаю, что Алем очень хорошо знает, о чем поет, потому что, по-моему, у него уже девушка была на тот момент, да? Я немного об этом знаю, но знаю, что он как бы уже не в активном поиске, это точно. Он уже нашел свою половинку. И рубашки у парней сверхмилые.
Так, остановимся и немножечко поможем мне понять, в чем смысл концовочки. Я услышала первые строчки песни All I Need, и я не понимаю, при чем она здесь. Что? Что произойдет дальше? Возможно, это многосерийный фильм у нас какой-то. Но знаю только то, что эта девушка крайне некрасиво поступила с Азаматом. Она сидела в телефоне рядом с ним. Вы понимаете, да? Как она могла это сделать? Играла такая прекрасная нежная песня, с ней рядом находился красивый кавалер. Почему бы не пойти потанцевать? Реально, надо бы уставить кадр, где их просто выталкивают на танцпол. Но если немножко приземлиться, то хочу сказать, что песня и сам клип мне очень понравились. И я чувствую, что эта песня будет четвертым треком от группы 91, который будет находиться у меня в плейлисте. Обстановка в клипе была жизнерадостная, ванильная. Все нам говорило о том, что мальчики влюблены. Они испытывают это самое прекрасное чувство на земле – любовь. Они просто рады подчиниться ему и отдаться своей второй половинке полностью. Но я вот сейчас понимаю, что я не знаю, как переводится название песни. Скорее всего, там тоже что-то про влюбленность или про те эмоции, которые вызывают у нас любовь. Пока я записывала эту видеореакцию, уже успела потемнеть. Но да ладно, продолжаем обсуждение песни. Мне она казалась очень легкой, нежной, ее приятно слушать. Музыка не самая сложная, да, но она цепляет и направляет нас на нужный лад. То есть во время прослушивания песни я не почувствовала ничего такого плохого, что могло бы меня возмутить. Также хотелось поговорить про массовку. Думаю, что она играет очень важную роль в клипе. Возможно, через нее участники 91 хотели сказать, что любовь, она касается абсолютно каждого человека, и когда-нибудь она придет и за нами, и заберет нашу душу полностью. И возможно еще, что вот эти вот ленточки, которые были повязаны на глазах, означают, что когда человек влюблен, он не видит ничего вокруг, он не видит каких-то недостатков партнера, да, он слеп. Ну, как и говорят, что любовь ослепляет. Но это мои догадки. Также я заценила образы ребят. По-моему, вот эти вот однотонные розовые халатики, комбинезоны, да, и кучерявые волосы, они свидетельствуют о том, что любовь, она сводит нас с ума. То есть в буквальном смысле, что влюбленный человек иногда не отдает отчет своим действиям. Да о чем я вообще говорю, любовь, она способна растопить сердце даже Эйзи. Вы видели, да, как он принимал свои чувства? Ему было тяжело, но он принял их. В общем, спасибо вам большое, что посоветовали мне посмотреть этот милый ролик. Я думала, что я сейчас чокну, снимая эту видеореакцию, потому что за окном шумит трактор. Он ездит просто туда-сюда по двору и не дает мне покоя. Наверное, он в меня влюблен. Нужно будет подумать над этим позже. Спасибо еще раз, что смотрели это видео. До скорых встреч. Пока.